Он там может быть приверженец, там может быть фанатик. Все. Ну и, соответственно, милики все будете играть по этому ебаному трэшу. Сколько тут получается? Мирай, Ондра боссом, я, Бланш, Чуауа, Кунка. Думаю, нас должно хватать. Заливать эту хуйню. Пацаны, мы... вопрос. Одному какому-то долбоебу я собью этот каст этой хуйни. Там, если что, гневом небес бивайте тоже этот, когда он, блядь, взрыв этот ебаный кастует. Только не вешайте ДР. Пускай это реслин. А, еще реслин. Тем более, нам должно по-любому хватать. Вопрос. Мы также, на, ну, берем миликов. Подожди, и... нахуй. Подожди, фонарь. Блядь, да вы заебали. Ну вот почему, когда я объясняю, вы, блядь, отходите? Ну ёб твою мать, нахуй. Еще и танки, тут. Сука, нахуй. Но я просто не все. Блядь, все, пожалуйста, фонарь, помолчи. Дермич, еще раз тебе повторяю. Забираешь с правой стороны, вот здесь сейчас прыгаю, блядь, забираешь отсюда фанатика. Таун там ЛПшкой нахуй, чтобы он, блядь, не пошел в рейд. Ни на хила, ни на кого-то ДД или еще кого-то. Его агришь сразу в печеньку. Понял? И в центр сводится вся эта хуйня. Остальных там гриппают, разливаете лужу, набираете акроп. Плюс я там плюс на полу еще был. Танчик твой будет с центра моб. Ебучий с центра моб один. Он, если приверженец, то тебе, по сути, он, ну, похуй, там делает, мира его гриппает. Тебе не надо его таунтить там и набирать агро. Если это фанатик, который с топором, блядь, то ты его набираешь агро максимально. Фонарь твои, которые со стороны креста. Надеюсь, мы с этим разобрались. Все, так, дальше. Shadow Protect ебучий престовский, офайте сразу. Он здесь нахуй не нужен, чтобы можно было контролить людей, чтобы не уходило в саппорт и прочую залупу. Дальше, с лужи сразу выходим, напоминаю, 3 человека кидает в МК, их сразу контролим, это прям, ну, сразу, блядь, быстро и четко, нахуй, делаете. Дальше, что там еще по первой фазе? В принципе, все, похуй, это все по первой фазе, в принципе, все есть. Ну и взрывы, соответственно, надо будет хикать каст, там Арислин, если что, огнев небес. Дальше, вторая фаза, когда начинается. Босса подводите, ну, где-то, наверное, вот сюда плюс-минус печеньку, да? Ну, где и трэш. Танчики, дермич. Дермич, ты первый начинаешь танчить. То бишь, я даю в тебя на пул, понял? И ты сразу набираешь агро и танчишь. После того, как бланш, вторая фаза начинается, мы в дермича даем на пул, да? Первый самый. Потом просто... По откату на пула, все на пулы ебашим в танчика. Танчик, ты просто вот, мы в дермича даем вначале, ты набираешь максимально трейту на боссе. Вы держите его плюс-минус печеньки, еще раз повторяю. Выводите только с лужи. И бегаете вот примерно вот по вот этому кружку в центре, в котором мы сейчас стоим. Не надо его дальше отводить или еще куда-то. РДД, вы растусовываетесь, как вам объяснить, примерно вот полумесяцем вокруг лестницы. Это самый будет оптимальный вариант для вас. Милики, вы их уярите по трэшу. На боссе остается, получается, только я, у кого клиф максимально хуевый. Ну, не знаю, не, лучше, наверное, пускай я, играйте по трэшу. Там, если будет время, то сыграйте по боссу, если трэш будете быстро убивать. Соответственно, духи выходят. Их, по-моему, 3 штуки, если я не ошибаюсь, вроде тут тоже. Вроде 3. От духов сразу отходим, смотрим, за ком он бежит, за кем он бежит. Не надо докастовывать каст. Если вы видите, что у вас дух идет, и вы, блядь, каст докастовываете, стопаете каст и отходите от него. Бабахнет дух, будет очень больно. Если это под этот, блядь, под град этих ледяных стрел ебучих массовых, и дух взорвется, это 100% будет вайп, нахуй. Даже вся кровь, мне кажется, есть баунта. Поэтому от духа сразу отходим. С лужи выходим, ну и также контролим 3 человек. В принципе, это все. Планш, мы, получается, ну, чередуемся. То бишь, напуливаем дермича сначала, он первый танчит, на нем стакинг. Потом танчик максимально набираешь стрейту, мы на танчика напуливаем. Как только танчик забрал босса, мы напуливаем обратно на дермича. Понял, Планш? Все. Рыбу хавайте. Кстати, еще ты забыл важные моменты. Не все знают. Нужно здесь декурсить и диспелить. Эти стрелы ледяные и декурсить дебафы, которые мобы кидают, что, ну, блочат кнопки, если коротко говоря. Там КД большое вешает на кнопки. Все с ДД фласками, саппроты никакие не нужны. Ну, только если хилам, разве что.
Я заебался ждать, когда вы, блядь, закончите. Это самое, ДБМ вешает метки на контролящихся людей. Квадрат, луну и треугольник. Мы их как-то разделим или будем, на кого бог пошлет хуярить? Чувава, какую ты будешь метку? Давай, ты квадрат, я треугольник, луну. Смотри, Войд, ты, блядь, вот видишь чувава в контроле, ты его держишь максимально. Ты бросаешь на других цели, ты контролишь чувава максимально. Это понятно, что приоритет у него будет, это я понимаю. Я имею в виду метки, чтобы мы в одного не хуярили вихрь, я про это говорю, чтобы мы как-то условились. Ну да, это тоже правильно. Они ж метки всегда одни и те же кидаются. Чё, чивава квадрат, короче, я треугольник, луна на рейде. То есть любые контроли в луну сливайте. Всё. Ну давай так, окей. А помните, только на второй фазе ведь стрелы эти кидаются. Уже да. Когда переводим. Угу. Да. Можно еще уточнение? Что? На второй фазе я с мобами, как я понял. Мне так да, же... Да. Ты с мобами. А нет, ты их танчишь, ну, блядь, вот, соответственно, вот тут вот, где около креста, где я прыгаю. Вот они сначала с левой стороны выходят, а потом справа, потом слева, потом и так далее. Потом, возможно, мы забьем хуй на тебя, нахуй, будешь танчить две пачки. Я уже понял. Но это не точно. Ну, скорее всего, что так будет. Все, РЧ на полба. Все, давай, отчеты дали, пуляйте. РДД по боссу хуярите сразу, максимально. РДД как-то ближе отойдут. Сейчас трэш будет. Ну сводите. Отойдите с центра, с печеньки. Сказал же, печеньки не стойте, тут будут фанатики кливать. Сбейте КАС. Там гнев небес. Убили моба нормально. О, надо помогать. По мобам давать диспел. Этот контрол раздали быстрее. За контроль Леондру, чувау. Чувау, за контрольте. Добейте приверженца. Серый, дай БР поводим. Сейчас трэш нового выйдет. Да, у него сыграли. Рибахните Войда. Не стойте в печеньке, ребят. Да, все равно один трэш не забираете. Ну, приверженец, вот кто-то не грипает, там. Я нажму, нажму, у меня... Чувау, законтрольте чуваву. Ондру прохильте. Прохил. Чуваву прохил. Ондру рибахните быстрее. Сейчас снова трэш будет. С центра сводим. Заберите. Зеленки еще не трэш. Готовьте, сейчас МК будет контролить. Фанатика, блять, кто фернул нахуй? Что за еблан это сделал? Законтроли Криншкинга, Риндзигу и Ондру. Милики, стопните ОУЕ. Не убейте Ондру, продлите циклон. Быстрее. Угу. Пушки снимаются, я надеюсь. Там один переродился, надо его убить. Лужа выше. Новый сейчас трэш будет. Сколько там, блять? Сейчас будет. Ох, как кливнул, вы сейчас развернули, блять. Нет, вот хуйня, мне не нравится, что оно разворачивается трэш и кливом хуярит. Один с той стороны, другой с той, нахуй, вы как-то... Давай... Да. Мне кажется, давайте определимся сразу, танки, чтоб фнатики смотрели в сторону лестницы. Давайте упадем. Или, может, переведем, посмотрим. Падать. Да нахуя падать? Что там смотреть? Мы немного посмотрим, потому что эта пачка трэша сейчас нас убьет. Уже верно. А трэш нормально заливается, успеваете? Ну, в принципе, да. В принципе, да, но. Мы долго очень переводим. Сколько времени вы потратили?
А вообще по хила, может, одного хила спекнем? Еще будет ФС плюс. Не варик, это... Все это хуйню грифает, столько как босс. Сейчас будем все четче делать. Смотри, помощь. Там еще секунд 30 мы перевели. 6 минут. Сколько там у нее? 90... Сколько мы это? 97? 98, я помню. Что такое? 96. Хорошо, да, я помню. А что у вас? Главное, чтобы фанатики смотрели в сторону лестницы танки. Да не, в принципе, по ДПС это более-менее нормально, но я бы еще спекнул. Пила бы одного. А так, в принципе, нормально. Просто нужно, чтобы они убивали именно вот впритык. Убили и сразу новый выходит мог, чтобы они не бежали до босса, не тратили вот это вот. Как бы лучше в босса максимально силы. Не бегут. Ну, можно оставить какого-нибудь одного ДК на боссе. Ну, типа, если они успевают. Если нет, тогда это. Но если успевают, то можно одного сюда убрать, чтобы быстрее перевести. Типа, если что, я могу на сову зайти, тоже там страховы покрутить на мобов. Если надо. Че, сейчас кризиса не было на вихре? Я не могу садиться на босса, Никита, понимаешь? Потому что, блядь, я напуливаю нахуй. Вы срываете агро и так, даже с напулом. Ники, давайте трейд. Фонарий, Ермич. Я свои купил. Серый, сиди на боссе, тебе по-любому надо на боссе сидеть. Сиди просто на боссе. Давай КП посадим, это правильное решение. Ну да. Походу он больше подмажет, если он прям встанет. Он же бьет, нет? Ему тяжелее бить. А, ну типа свитч то, что у него КП? Да, и... Ну, ему легче соло. Да он и больше всех даст, если он будет в соло бить. Шопа. Я тоже так думаю. Да, Серега, короче, ты бей босса. И на второй фазе, наверное, тоже бей босса. Со мной будешь стоять в мелизоне и бей босса. Не отвлекайся. Ну, как-то РДДшники повеселее немножко. Если прям вообще хуёв будет не хватать, ну, будем колюту спекать, да нахуй. Пробуем. Зачем? Я на ханта зайду лучше. Вот лучше на ханта. Нет, да. Вот мне как. Ну хант, конечно, хорошо, блядь, но эрдру здесь тоже нужен. Баф шипы. Нихуй хилить, блядь. Просто. И Геру, наверное, Геру. Да подождите, Геру вообще, наверное, кажется, с пулу лучше давать, ну, на самом деле, блядь. А я думаю, она еще раз. А, не откатится. Хотя бы после трэша первого. Надо с первого Не, надо на второе ставить. Надо оставлять в любом случае на трэш, чтобы его быстрее залить, и чтобы все успели чуть босса похуярить. Там ты пока бежать будешь, я думаю, и назад, потом... Я добегу, не беспокойся. Не, так раз время это выйдет, и по сути, ну, импакт нулевый. Секунд 15-20, может. Просто проблема в том, что, блядь, Гера еще, вот, допустим, блядь, возьмет 3 шамана в МК, нахуй. Угу. Мы можем вообще потом без Гера остаться. Это тоже, я бы сначала... Когда первого МК, давайте. Когда первого МК? А лучше под проки дать сразу, сначала, будет намного больше. Ну, лучше, да, со старта так, да, ладно. Да, лучше старт. Ладно, давайте пока так попробуем, дальше, если что, будем смотреть. Окей. Время у нас все равно есть. Чтобы осмыслить и подумать. Почему комбо? Все, все готовы. Пласки, ну там все пробафаны, похуй. А с какой стороны ты же больше жил? Так, это не с обоих, мы сводим центр. Все, нет, давай, что-то дали, поехали. Там приверженцы остаются, которые, блядь, гриппать должны ДКшники. Я не знаю, в чем проблема им. Которые должны гриппаться в центр. Геру, дайте шаман. Давайте. А почему не гриппается культист? Стан, гнев небес, дай, гнев небес, дай. Они гуманоиды, не станется гневом небес. Ну просто стан сбивай, когда можно. Вот, садись, трэш охуенно залился вообще. Контроллер раздали, Мирай, Барбарос. А, блять, сливайте, пожалуйста, свою хуйню, вот эти баблы и прочую залупу, нахуй. Забыл сказать. Кош там, блять. Не кош, нахуй, и так далее. Трэш 5 секунд. Трэш 2 секунды. Трэш-центр сведите.
Грипните приверженца, танчик, это твой должен быть в центре. Чё ты его не грипнешь? Сказал, я слева грипнул, ты мне сказал. Там сзади еще на лестнице один. А, значит, Мира это твой, блядь. Служи, вышли. Блядь, Люксора законтрольте. Не убейте его Климом, пожалуйста. Мирай в вагон, блядь. Сука, ну ебаный ты в рот, нахуй. Ну, блядь, ну ДКшники, нахуй. Нажмите ебаную кнопку гриппа. В чем, блядь, ваша, нахуй, проблема, блядь? Или научить вас, сука, грипп? Я знаю, нахуй, потому что Мирай, сука, в вагон, нахуй. Ну, может, диспел даст кто-то? Какой диспел, блядь? Это чит пробить надо. А мне... Пизду, нахуй, падайте, блядь. Мирай, нахуй, грипп на панели есть? Сейчас он там очень быстро прям продемашит. Он пишет, что он в МК дал грипп. Да, было. Он меня гриппал. Ладно, понял, окей, нахуй. Как нам эту ситуацию держать? Там надо умереть, так. Там остается грипп у кого-то одного, нахуй. У Дремича, по-моему. Дремич на подстраховке, я не знаю, там ебаш центра гриппа. Отойди. Кого там я не назначал? Отойди эту за пулицу. Какой-то один ДК на подстраховке там оставался. Там можно это законтрить так, что у кого-то или с ДК, или у тебя входит сало, дать ему вказ сало, он побежит. Это вот так можно законтрить. Можно сайленсом, да. Но если как у тебя уже щит на себя этот, то... Да, то это все. Это уже сейчас. Да. Ну сейчас хорошо шли, блядь, на самом деле. Надо, чтобы все знали, нахуй. Только все поймут, тогда все поймут. Можно, знаете, как сделать? Пока Гера вначале идет, там 2 милика, там 3 бьют, допустим, леди. А потом, когда Гера заканчивается, назад уже сбегаются, типа, чтобы еще профит не было. Там щит, кидается примерно, ну, блядь, от 7 до 10, там, от 7 секунд примерно. 5-7 секунд, не больше. Пласки можно перепить. Напоминаю. Вафич. Хорошо, Макс, хорошо. Давай, терчи на плову. Каску дайте. Соберитесь нахуй, ну, сделайте то, что, блядь, от вас требуется. Тьму снимите. Да, это снимите тьму. Присты нахуй, не бафайте тьму ебану. Танком можно. Каску по друидам. Спасибо. Ну и МП5. Все. МП5? У всех все есть. Угу. Есть на тебе МП5, каска и кулак даже есть. Давай, чё ты дай. Герус с пула нахуй, башьте сразу еще. По трэшу поехали. Фанатиков туда, блядь, в печеньку. Физический фир? Ну все равно трэш как-то по-ебански становится немножко, но он уходит. Там еще фанатик. Один фанатик живой, да. Чуваву контроль. Чуваву контроль. Законтролили людей. Сейчас хуёво получилось. Что-то фанатик, блядь, в ебенях оказался. Теряли ДПС много. Трэш 4 секунды. Или трэш. Прими это наставление и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться. Прохил. Контрол войда, Люксора королева, быстрее. Блять, ну. Смерть. Дай мне БР. Страх снимите. Ребахните рогу быстрее. Трэш сейчас 2 секунды. Служи, вышли.
центр сводим. Законтролили кунку, лексор, барбаросса быстрее. Кунку законтролили. Добиваем приверженцы. Служи, вышли. Не забывайте сливать свои зеленки и прочую хуйню. Трэш 5 секунд. Трэш сейчас уходит. Кто-то там взрывается, уже кастом убить. Лужа аккуратно вышли. Сейчас НК будет. Рассчитывался. Контролили пати, планка Мирай быстрее. Значит, Мирай убил. Не докастовал, нахуй. 10%. Переводим. Этот. Эдик, дашь БРП Мирай. Этот. Дермич, забирай босса. Переходим уже. Аккуратно смотрим. По трэшу там серый тест трэш на 8. Косты не забываем кикать, ребят. Это важно. Духи, духи. О, на танчика фул на пыл еще. Духи отходим. Дай еще фул духи. Фонарь. Фамилия. Ничего, что. На танчиках умно пулыч. Все, должен на пул откидаться. Духи аккуратно. Просил. Бах. Блять. Взорвали дух. Резать кого-то? Бах. Да, пизда, вы духа взорвали, пацаны. Вы взрываете духов на. РДДшники причем это взрывают, они милики. Ну не шотает, ну да, больно, конечно. Да, блядь, 30 тысяч нахуй, хули. Там под залп нахуй и взрыв нахуй. Делается грязюк. Ну, в принципе, ДПС нам хватит. ДПС хватит. Да. Я сдох. Если вы начнете духов отходить, мы реально сможем ее усилить. Тут единственное, что надо говорить, это побежали от духов и все. Чтоб все смотрели. Да. Даже не трэш, ничего не надо, только духи и все. Ну мне хуёво смотреть за этими, я вам скажу. Факти, честно. Очень камеру вверх, очень хорошо видно этот. Вот, на счастье, поставьте. Я могу говорить про духи, если надо, могу говорить каждые духи. Они там каждые 15 секунд. Короче, можно буквально секундочку? Смотрите, стрелы висят 3 секунды. 3 секунды, пока я кину туда масс диспел, сюда масс диспел. Давайте я не буду диспелить, потому что люди стоят без шилдов, мы нормально переживаем, не так много урона. Юль, ты можешь диспелить только мелизону. Еще надо трэш диспелить, нам на них типа вот это вот кровавое объятие. Я знаю, да, ДБМ пишет, типа с фанатика всякую хуйню, это я все знаю. Да, потому что нету смысла, на данный момент очень сильно проседает рейд, и типа я не шилдую, а эти стрелы не так много дамажат, поэтому я, наверное, не буду. Там фишка. Не, Юль, там надо диспелить мелизону, только один масс диспел кидать в мелизону, потому что они тогда могут просто духа взорвать. Если дух заспаунится, они просто не отбегут замедленно. Это минус. Вот ты о чем. Вот, это самое важное. Тогда я только в мелизону буду один, кидать. Один, да, диспел в мелизону. РДД я не буду кидать. Да, сами. Нет, а может одного реально сделал аспект не в ДДшник? Там проблема. Да нам и так хватит ДПСа, понимаешь? Вот нам реально хватит этого ДПСа. Ну, вот реально. Если люди будут нормально все делать. Хватит, вот то, что я сейчас хватит. Видел, у нас, блядь, мы перевели нахуй, у нас еще было сколько там, 7.20 нахуй. Или 7.10, что-то 5, такое. 5 минут, 50 что-то секунд. Было, когда мы перевели. Когда перевели, да. Да, там где-то 6.10 было. 6.10 было, по-моему. Да, когда ну, типа я, если честно, я бы не вижу смысла 5 пилов. Тут нечего хилить. Да, есть тут что хилить, поверь, блядь. Хилов нет, 4, мне кажется, это причина. Вентли, ты понимаешь, что может быть еще такая ситуация, что 3 хила возьмет в НК, нахуй, и ебанет лужу и град стрел, нахуй. У нас минус 5 человек сразу будет. Один хил нихуя не прохилит. Это тебе пример. Даже 2 хила, если закинет, 2 хила хуй прохилит. Если про град стрел, блядь, лужа кинется на второй файт. А они это сделали так, чтобы не кидалось после стрел лужа сразу. Да. На второй фазе они нихуя не сделали, блять. Град стрел хуярится нахуй на второй фазе. А кто два духа эти взорвал? Служит.
Нишоты, да, как. Ну смотри, я предложил, просто смотрите сами как-то. Градстрел они не могут сделать под лужу, потому что оно по таймингу дается. Оно в принципе дается сначала градстрел, и потом буквально через 1.5-2 секунды дается, блять, вот эта вот ебучая лужа. Кто два духа эти взорвал? Есть инфа у кого-то? Урон по союзнику, наверное, надо смотреть. Да нет. Можно, кстати, еще раз повториться, кто на трэше на второй фазе? Я сам посмотрю сейчас. На трэше на второй фазе Арислин, Ондра, Боссом, Бланка, Бланк. Не, Бланк, подожди, не, Бланк, не, мало, Бланк не тебя... хуя. Не, ну минуточку, то есть у тебя серьезно вместо Фроста стоит на трэше Бланк. Так, Мирай тоже стоит на трэше, я не договорил. А, ну там еще люди, а то еще пока. Стоит два Блада, Мирай, Арислин, Кунка и Фонарь. Все. Я на боссе на пулевой остаюсь. Я понял. С чувавой. Вот вы шестером ебашите нам. Ребят, ну постарайтесь реально духа к нему дать. Он Бланк, я вижу, залутал. Быстрис. Но это так показывает, я не знаю, правильно ли не это. Смотрите, в рекаунте. Ладно, все, ребят, успокойтесь тихо. Просто, блядь, соберитесь, отдалите камеру вверх, нахуй, и смотрите, куда дух идет. Если видите, что в вашу сторону, блядь, отходите, смотрите, за кем он идет. Еще раз повторяю. Либо мы тут его этого босса никогда не убьем, если вы этих духов лутать будете. Вот еще. Я опять стамину бафну. Ой, этот от темный, извините. Нет, это не я бафла, все ок. Блять, драмича надо. Сейчас, секунду. Костюна драмича, блять, первая пати, что-то неудобно, блять. Причина плана. Давай, что тогда? Поехали. Трэш. Культист побежал. Не грипнутый. Грипать его. Стан там нужен дать. Лужа, блядь. Ох, как хуёво сейчас нахуй лужа кинулась. Он дрыщ сдох. Бой, давай, БР. Контрол раздали быстрее. У меня пушки снялись. Не, безобидно, в принципе. Ребафните ДК. Три секунды до трэш. Лужа миль. Прямо под босс. Трэш вышел. Сходите дальше. Да, лестница. Они стояли кучками. МК, чуваву быстрее, чуваву быстрее контрол. Мирай, не убейте, пожалуйста. Мирай, законтрольте, не убейте Мирай, блять. Диспел по бестпресту. Диспел. Мирай прохил. Трэш, одна секунда. Лужи вышли. РТД, аккуратно. Там культи стоит, все еще кастует. Ну, он заебал. Он подошел, но не сбил каску. Сбейте каску. Да? Контрол босса, но без приста, он быстрее. У меня зеленка откатилась. Лужи вышли. Дайте диспел побыстрее. Больше РДД бейте по боссу. Потом перевели. Трэш. Ну что, стресс добивайте, переведем, в принципе. Сейчас МК будет законтролить. Лужа, РДД вышли. Тугу, Тубик, Унка, Мирая. Стопните его, не убейте милликов, пожалуйста.
Помните вы ее? Ну, блядь, ну попросил же, ребят, ну... А, это, блядь, Мирай ледяной косой. А то он меня косой въебал. Как я не знаю. Да, давай его, Андрю. Добить моба. Моба последнего добить. 3%. Эдик, дашь потом БРП Барбарос. Угу, перекатать. Трэш-трэш-трэш. Да. Не, не, это другое уже. Духов буду говорить или не надо? Да, говори. Мне неудобно. Побежали духи, побежали духи. Мили, как он бежит. За контроль, раздали контроль. Умирай, за контрольте. Тринжкинга, скорее всего. Духи, духи. Дай сокру фонарь. Да. Я на костах посижу, если что. Духи, бежим, бежим. Танчика на пулю. Ой, пизда. Это вот это сейчас милики нахуй завали. Вот это сейчас просто милизона захуярило. Просто, блядь, смотри, вот они периодичность 15 секунд. Духи бежим, это значит не то, что там одни РДД нахуй. Это и танки бежать должны, и хилы нахуй, кто под боссом там стоит. Вы, ну, не должны стоять как вкопанные, блядь. Ну так хуй, когда убьем, блядь. Он сейчас на меня бежит. Блять, вы смотрите, они периодичность 15 секунд, вы смотрите, милики нахуй, лучше не подамажьте, отпрыгните от духа, один кто-то. Убедитесь, что не на вас летят, блять, потом 10 секунд бьете, опять появляются духи. 5 секунд они летят, блять, 10 секунд прошло, опять появляются. В принципе, да. Типа, ну, еще пару раз потратить, потом просто минуса давать, да и все. Да, да, потому что это, ну, это вайп рейда, нахуй. Я не знаю, кто, типа, кто из миликов подорвал, нахуй. Я могу типа, посмотреть. Я видел, что в милизоны идет, я отпрыгнул, нахуй, но там ебало потом. Вот, смотрите. Просто, я прямо впрыгнул. У кого рекаунт стоит, полученный урон, мстительная тень, если там автоатака есть, атака ближнего боя, значит, в этого челика прилетел дух, нахуй, ударил его и взорвался, блядь. Надо траить, надо, я не знаю. Только так тут могут люди понять. Да хули травить, надо отбегать, блядь. Ну это отбегать понятно, но так же как и ребро, понимаешь, пока люди не надрочатся, как бы не будет это убиваться. Вот смотри, в Тунчика мстительная тень, вот он точно одного хлопнул, сейчас второго поищу. Дирмич, просто двух танков. Вот, да, Дирмич. Вот два танка заснули, блядь, и вы вайпнули просто рейд. Ну типа для справки вам, вы тут не стоите, ну бегайте тоже. У вас ЛПшка какого хорошая. Убили всех. Тут Тунчик и Дирмич, остальные вроде как бегали. Ну то Good to be первый трай словил. Там еще что ты пешком бежишь? Там еще кое-кто поймал, но не будем об этом. Нет, там. Ну так я. Так я на вайпе уже, когда умерли, блядь, все взорвал. Если ты про кое-кто имеешь в виду. Ладно, идите покурите, короче. Курица с одеялом, не курите. Ёлё, блядь, а чё 5 минут-то, блядь? За 3 минуты не тянется, нахуй? А там Дон Кабана, Дон Сигара такая Дизец, большая, блядь. Дон Сигару, нахуй. Да, Дон. Узайберген. Я за 30 секунд покурить могу, блядь. Узайберген сигары, я бы так сказал. Узайбербен. Андрюджико. Мне кажется, мы её можем зафармить. Так подожди, а чё, ФДК может и без оружия косу спамить? Вроде да. Так это хуёво, Мирае будет нас трахать. Сейчас посмотрю. Мирае, не трахай нас, пожалуйста. Ну... Да, может. Он чемпион с огромной кувалдой? Типа... Это, может, его на босса тоже это отправить. Типа как магия считается, ну там вообще странный спел, на самом деле. Ну это хуёво, это как чивава будет, только а вот теперь еще и ауе. Жизнь варом. Да, это плохая хуйня. Блять, бедный школьник нахуй. Блять, ты вообще беспомощные практически. Я вообще, блять, удар громко. Что я могу сделать, ребята? Безобидные. Я вообще из НК не выходил, Кирилл. Просто, блять. Система в контроль возьмет, я вам сказал. Покажите, кто взрывал, в какой вкладке? Полученный урон. Полученный урон. Мстительная тень. Духа. Мстительная тень, смотришь. Я вот держу в курсе, он идет за одним человеком определенным. И если он его догоняет, он взрывается. Ну а прежде чем взорваться, он по нему автоатаку наносит, блядь. 140 единиц урона, блядь. Ну, линканите, кто может? Ну, если так, то да. Сейчас линкану.
Если на то пошло, мстительная тема по всем тут ебанула нахуй. Ну, я говорю, автоатака. Конкретно вот кого он ударился. Вот. Ага, видишь? Это танчик. Вот, вычислили, да. Ага, это а то, что он по всем ударил, ну логично, ебать. Ну, когда он взрывается, он, прежде чем что взорваться, он убьет, автоатаку. Да, действительно. Да, 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 вот правильно говорит, там автоатака. А, да, да. Вычислять. Все правильно. Все, теперь будут минусовать все, походу, кто будет взрывать. Люди да, потому что ну, там ренжа большая, там если кто взорвет, там уже пиздец. Ренжа пока пиздец. Там не убежать, там уже никто не убежит. А можно духа взорвать? Я бы тебе жопу взорвал. Разорвал Тим. Бы нахуй. Тимдон. Андрей, ледяная коса. Ваншот. Да, Мирая, блядь. Мирая потом без жопы останется после рейдов, нахуй, реально, блядь. Так я его дурак. Уже нихуя не девственная будет. Давно еще. Диспельнул с него девственность. Пока что-то надо посмотреть на него. Сравнить достижения. Это статистика. Кунка, посмотри на Ваниче лучше. А я говорил, Ваничело ебать сексом. Наивысший личный рейтинг 1588. Да кто? Мирай? Да. Ебать Мирай глад. Узник полторашки. Мирай. Ладно, не буду. Мирай хороший мальчик. Чего его сравнивать? Кстати, он тоже боссы. Как, ну ладно, не знаю. Как-то. Или это не боссы? Да, не боссы, невидимая броня. Тоже босиком летает. Фуд-фетиш? Какой фуд-фетиш, еблана кус? Я лежу и Венса, как с ним пускают. Фарло? Фарлеон? Ой-ой-ой-ой-ой. Дон Карлеон? Не, ну Кунка не босс. Не, боссом... Ну, Фарлеон был такой ДКшник на резьба хорошенький. Да. Отойду, это... Да в смысле, кто меня задушит, например? Первый анхолик, нахуй, блядь, который в Т10, там в Т4 бегал, нахуй, давал нормальную да, цифру. Да, я его почему-то хорошо запомнил, Ник. Это наш Сагильдейт же был, да? Кто? Фарлеон? Ну, он сначала, ну да, он сначала с нами был, получается, но потом мы вместе с ним тогда пришли к нам. Ебать, я помню, что он РТ всегда доджил, блядь. Ну он да, он такой. Ну он военный там или кто, я не помню, что он такое говорил. Он там не всегда мог. Но он сильный был. Он на арене играл, я помню, вроде. Ох уж, блядь, эти вояки, да, на 2К. Я слышал, он не я на арене он особо не играл. Он нет, такой. Он как раз таки РТ дозил, чтобы играть арену, блядь, насколько я помню. Ладно, давайте все заходим и поехали. Собрались, блядь. Кулак нахуй яйца, блядь. Смотрим за духами, блядь. А если яйца нет? Кунг, у тебя уже одно, нахуй. Ты не интересен. Мне делали операцию. Операция Вилькельмена. Или как его там загуглите. Давайте, Рычи, напомню. Обра, Акума. Тут на месте да, разгоняет. Я тут, типа, я просто не увидел. Блять, вот Ондра, блять, уникальный человек. Спиздел нахуй. И пошел, наверное, блять, там, я не знаю, нахуй. Доставка. Доставка. А че вы разорвали? А че вы спулили без меня? Я же сказал, я отошел за доставкой. Че, печеньку? Че, да, че, давай, Эдель. Давай, че ты. Сейчас убьем, а лут разролим. Все, поехали. Реслин похож на весьма. Весело тебе, да? Я чуть не подавился, блять. Лужи вышли. Да. Касс надо сбить. Блять! Нормально, успели дать.
МК сейчас будет. МК раз... Он заебал. Блять, ну ладно, я безобидный, меня... я прям вообще не дамажу. Кош нажал? Не, я кош хотел нажать на МК. Там типа, когда кош диспел, нажимаешь... Диспел, диспел, то... бесприз, диспел. Забейте себе... Боже, вышли милики, полимор. Сейчас трэш... Бог. Трэш будет, по трэшу приготовить. Нужнее был рит, не ты. Вас много. Больше никто не диспелит. Я не могу диспелить, только проклятие снимаю. Так, сейчас лужи кинет, лужи аккуратно, РГД. Законтролили, батика, Люд, Бабимон быстрее. Ну ладно, меня похуй, типа, главное, блять. А знаете, что это? Да, это как. В чате написано. Угу. Угу. Ну чё, работаем или нет, алло? Можно падать. А чё? Не, падай, пизду, нам нельзя от БР сейчас тратить эту хуйня ебаную. Типа... Во-вторых, это ритул. Кстати, искал эту моба. Они сильно не тратят. Заклинатели практически не восприимчив к магическому урону. Блэкич выживет. И Кринч Кинг. Кринч? Я хочу выжить. Ты сейчас их убьешь, если я тут... Не выживу. Сука. Ты ебаный босс, он так бесит нахуй. Давайте уже быстрее. Ну, это один из конченых, да, самых стоп. Блять, вы там что еще не вайпанулись, нахуй? Я зашел раньше времени. Тут Блэкич не умер. Все свейдилось. Да что свейдилось, нахуй? Минус Вовка, блять, крашно. Вы лежите в теле, пока не увидите, что свейдилось, тогда уж покидайте. Кто так по КД был? Почему вообще этот баг не фиксит? Сирус, блять. Да похуй вообще. Ну потому что. Это, блядь, Sirus.ru, нахуй. Просто ревошить надо Т4. Чувствуется любовь в каждом слове. Да, блядь. Когда реворка... Потому что этим занимается Xtemp, нахуй. Не, ну вы предлагаете, что надо фиксить, скрины прилагать. Предлагаю скинуться, нахуй, Xtemp, блядь, у подъезда пизды ему дать, нахуй. Мне за это не платят, чтобы... Не, ему не скинуться, ему просто на лечение надо скинуться. Не, ему просто на обед в школе знаете. Че? Я сам много донатил сейчас, нахуй, дорогие обеды. Надо редеги. Ты видел, сколько булочки стоят, нахуй, сейчас в школе, это пиздец. 6 рублей у меня стоили, 5-6 рублей. Сначала 50 рублей мог обожраться, а 50 рублей в стакан. Этого вот как раз таки все и боялись. А там кто-нибудь вообще леди осилил, кроме экзальтов? Нет. Прогрессы не убили? Нет. Кто это? Там друидов не хватает в рейде, нахуй. Там пиво как. И ДК танков, ну. Я не там, пиздец. У нас тоже, блядь, не хватает рогов, нахуй. Вот нихуя не хватает. Мне кажется, леди очень легкая сейчас с учетом этих всех нерфов. Просто супер АФК. Просто мы тупые. Ну, в милики взрывают духов, конечно. Да вам покажет, что 7 боссов убили уже. Даже если бы не было. Не, Никита, был... это кринж, нахуй. Это максимальный кринж. Если бы у нее было бы 30 кхп, вы все равно бы умерли, потому что, блядь, два раза милизона взрывает духов. Один раз милизона, один раз РДД взорвало. Ну ладно, РДД, но там все равно миликом прилетело. Ну, на перспективу может. Что это за вечная дележка милики и РДДшники? Ну как, ну все в одной пачке. Ну типа... Не, ну милики-то сразу умирают, шаришь, типа милики сразу все пачкают. Такие мужчины, мужчины такие накачанные, а кастеры такие вот дрищи, блядь. Давайте троить. Давайте, все, тихо, ребят. Давайте, меньше пиздежа, больше дела. Лучше думайте и анализируйте, из-за чего мы умираем. И думайте, что как лучше сделать. Милики дохнут. Пускай троят. Анализ. Похоже. Давайте, рчи на баф клуб, поехали. Адель или Калю, чего мне хватает в этой жизни? Ну, конечно, экзы, блядь. Они ж одни, кто леди убили. Ну. Да, у них состав просто такой. И КД продлили, нахуй.
Ну, ФК хотя бы. Они пошли. Так а потому что там был сурк. Они не продевали. Ладно, а смотреть стрим. Стрим их пошли посмотрим, что мы тут делаем вообще. Ты стример, что ли? Реально? Все, да. Сейчас мы грузил тебя. А? Все, еще раз вообще на полубах. Давай далече. Там Тима бафнер, что ли? А, да. Но не я. Геру? Страшно. Геру, да, давайте. Чего не дали Геру? Ну, пух. Крэш вышел. Мы уже медленники. Ой, блядь, взрыв. Бейте, кажется. Моба физикой. Бейте. Барбаросса рисли на Ондра за контроль. Стопните УЕ, не убейте Ондру, блядь. Нужен. Дай БР, Эдик, по нему. Перебафнули магу. Трэш сейчас уходит. По трэшу поехали минки. Блять, фанатики заходят в бок. Переродился. Бэтспри с Вейтфюри колют. Бэтспри став в первую очередь в Вейтфюри. Лужа. Блять, ну сказал же нахуй. Походу мой косяк. Дайте диск. Не, падайте, все, это хуйня ебаная. Что вы, блядь, дайте диспел, вы уже убили, нахуй. Бэтсприс, он боссом, а, блядь, и... Нет, ой, нет, нет, это, наверное, я убила Никита. Я диспельнула палец. Нормальная тема. Не глад? Гладиатор. Ну, кстати, скажу в защиту Юли, то, что ПВП нужно диспелить всегда палец. А, ну, я почему-то не удивлен, кстати. Простите. Что Никита, блядь, с Никитой палец диспелил. Это так и надо был, было. Был бы Адель, был бы Адель тоже там. Палец диспелился. В помойку сразу брит. Я постоянно бы не диспелил слово. А, ничего страшного, пальцы, уберите. Персонально. Уберите пальчик. Что БРов не было, что мы упали просто. Было два еще. Я не вижу смысл давать 3 БР нахуй на первой фазе. Это хуйня уже полная. Ну тоже согласен, да. А зачем спрашивать? Если этот Ондра не может Сайленс дать, блядь, по бест-престу, блядь. И руинит. Блядь, да? Это пиздец. Не каст закрыть, блядь. Да, нихуя вообще. Видите, там но... это как бы, лифт работает. Поехали, может, не будем ее бить. Поехали на лифте наверх. Кирилл, он вообще просто мимо меня пробежал. Он просто мимо меня пробежал, такой, типа... Ла-ла-ла. И в КД, нихуя. Блядь, сори. Да, спать, поржал. Бланш, давай быстрее. Там портал есть, или что? Блять, портал, а я, блять, от ребра бегал, ёбаный. Пиздец, Вовит, как ты мог, блять? Как ты ёбаный мог? Ёбаный рот, нахуй. Только это сейчас... Только земно, блять. Бланш, блять, ну, начинается, нахуй. Да, давай по 500, ебашим, чё мы. Пол пула, нахуй, блять, и потом АФК, нахуй. Там холи есть. Я видел то, что кого превращает, вот он тотемы начинает бить. Может мне стать где-то на рендже там всем шаманом? Да он нужен холич, блять. Нам нужен этот, блять, на пол нахуй. Просто так его, блять, взял. Ну, я не обязательно говорю, Буанка, если кто хочет отдохнуть, там, я могу залететь. А он что, ФКшит, что ли, Буанка, или что? Да. Ну давайте поменяем, что будем стоять, это ждать на бредже.
Ну нам на пул нужен, блять. Я не мог, я не смогу один напуливать, понимаешь? Как ты это не понимаешь? Нужен Рудру. Он вылетел, видишь? Где моя королева? Сказал, ну его нахер, у меня 10к ЕП. Дискорд у меня тоже отпал. Или свет, либо интернет. О, появился. А, заебись, что бланк вылетел. Можно жижу забить как раз. Не-не, он уже он пишет уже в Дискорде. Свет это вредно. Брось это. А, Кирилл, там диалог писал какой-то насчет Кирилла. Бланк, жизнь, а ты заходишь обратно? Дискорд или у тебя вообще свет нет? Ебать там лог нахуй, блядь, просто разделил дохуя сообщений, блядь. Меня бланка, у него света нет сейчас. Да, он пишет, света нет. Ого, я постреляю, найди чела. У меня нету ирдру, блядь. Да похуй, там кого-нибудь то, третьего шамана. Угу. Ну смотри, я в ирдру, он на ханта, а Бентли на друида, если он согласится, конечно. Ну, он нас... сам предлагал вроде. Я говорил, если надо, я могу прыгнуть. Типа, ну там ДПС-а не так уж много, я сразу говорю. Типа, ну, вот я сейчас даю, там сколько в боссов. Там, я просто... Ну, давай, окей, хуй с ним, иди на друид. Я просто про вихрь думаю, ну, чтоб контролить. Барбаросса, дай шкаф. Иди на хамтон. Я треугольник контролил, если чё, Бенджи. Угу, хорошо. Тык. А вот там бланк на пулю, расскажи пока, что время теряет. Бланк напуливал, блядь, с правую сторону, там дермича либо танчик, похуй в кого. Ну, в дермича напуливал. А потом, типа, когда вторая фаза, сразу в дермича на пул, потом в танчика на пул. Танчик забрал босса, нахуй, потом обратно в дермича напуливает эту, ну и так далее. А чего никто не тыкает? Прикасаться к тебе боятся просто. Нет. Как и каст. Вдруг ты пальчик в попку сунешь? Без приз, нахуй, нихуя себе. Я как раз там на прокича был этот на всем деле. На прокича. Не Шеридар, блядь. Да. В третьем пачке. Шкаф, сумонти. Рыбу поставил в печеньке. Печеньку даже сюда поставлю. Центр прямо. Подожди, а сюда проходка нужна, нет? Обычка. Ну, отсылка обычка. А, ну тогда должно, должно быть с тобой. Сейчас убьем инфосотка. Нажмите на сумму. Нельзя примить к этой цели. Типа, я не знаю, я его закрывал. У тебя не все закрыто, видишь? Возможно, да. Блять, хуёво. Ну, блядь, значит, без совы хули нахуй. Ну, значит, Войд будешь хиле подконтроливать. Ебать. Да, там потом на боссе будет ГДК. Так же треугольник тогда возьму, и луну там, станы, фиры там. Мороз, проклятие стихии не забывай кидать тогда на босса. Он там Бентли это жабу кидает через раз по луне. Ну я стараюсь закидать, типа, ну, как бы, всегда в основном вижу, что ли. ТПС не теряю. Я, в принципе, в ирдру контролил, блять, тоже, но там из формы, блять, выходишь хуёво. Там инстакир кидает. Типа, я больше не контролил, ну нахуй, блять. Так, а чё тут делать, если не... Пачка-попка, блять. Понял, блять. Пиздец, жижу с дынкой брать. Вообще ёбнутая. Что вредная, блядь, Эдуард. На легкие, знаешь, как влияет? Айба, а сиги не влияют, да? Сиги меньше, жижа это самая хуйта. Да нихуя, чувак, тут нету ни смолы, ничего. Чё, давайте ебашь. Там есть этот, глицерин. Ну? Он типа оседает в альвеолах, понимаешь? Давайте, просто. Ребят, тратим.